Привет, дорогие друзья! Пришла вот такая вот коробища, такая вот большая, но легкая, и что-то в ней внутри звенит. Не помню, чтобы я заказывал какую-то звенящую матрешку или погремушку. Давайте вскроем, посмотрим, что там внутри. Такая вот, друзья, прикольная коробочка пенопластовая. Вспомнили советские времена, на рыбалку таких любили рыбаки носить всякие свои снасти. Что же это у меня такое? Давайте посмотрим. Собираем в сторону. Так, две железячки. Друзья, ну мне тоже понятно. Это защита заднего переключателя на велосипед. Заднее колесо, где у нас стоит переключатель. Это вот крепится как-то к раме и защищает наш переключатель от повреждений, от ударов об бордюр, там, об лифт, об косяки, при падении, чтобы переключатель не пострадал. Вот такая вот защитка придумана. Я ее купил. Спросите, зачем две? Ну, я не один велосипедист, есть у меня еще близкие велосипедисты. Переключатель это стоит немалых денег, поэтому лучше его сразу защитить. Неважно, какой у вас велосипед. Дорогой, не очень. Лучше сразу позаботиться о его безопасности. Железочка достаточно увесистая. Думаю, что это совсем не алюминий. Какая-нибудь сталь. Целый какой-то согнутый прут. Там внутри он не пустой. Поэтому должно быть крепко и надежно. Теперь за безопасность своего переключателя я не переживаю. Доберусь до велосипеда. Покажу, как устанавливается и как это все выглядит. Поставить эту штуку, надо крутить. Папа, что это за штука для велика? А? Защита такая. Установили защиту, вот так вот это все выглядит. Устанавливать несложно. Открутили гаечку, поставили защиту и скрутили обратно. Единственное, надо потом настроить колесо, чтобы ровно стояло. Один раз делается навсегда. Так, достаточно аккуратно, чуть-чуть она выпирает. Но для этого она и нужна, чтобы защищать. На этом я заканчиваю. Поедем кататься. Вы поднимаете пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Еще увидимся. Пока-пока.